Президент США Барак Обама примет участие в съемках выпуска телепередачи «Выжить любой ценой» с британским путешественником Беаром Гриллсом, сообщает информационный портал USA Today в понедельник со ссылкой на телеканал NBC. Президент США Барак Обама и госсекретарь Джон Керри посетят в понедельник Аляску, чтобы обрисовать приоритеты политики США в арктическом регионе на фоне критики за отставание от России и за добычу углеводородов в труднодоступных заповедных зонах. Согласно информации портала, Обама вместе с Гриллсом и съемочной командой предпримут совместный переход по дикому району Аляски. Предполагается, что в этом выпуске президент США хочет подчеркнуть проблему изменения климата в регионе. Представители NBC заявили, что выпуск телепередачи с президентом будет показан в эфире телеканала в текущем году. Приключенческая телепередача «Выжить любой ценой» с британским путешественником и ведущим Беаром Гриллсом транслируется на телеканале NBC уже второй сезон. Знаменитости, приглашенные на съемки, отправляются в поход с ведущим и получают навыки выживания в дикой среде. За время существования передачи ее гостями стали актеры Зак Эфрон, Ченнинг Татум, актриса Кейт Хадсон и другие известные личности. Аляска – один из крупнейших штатов-производителей углеводородов в США, и вместе с тем штат больше других страдает от последствий изменения климата, которые, как считают ученые, происходит из-за парниковых выбросов. Этим летом Обама объявил о новых правилах, которые призваны резко сократить выбросы американских электростанций, как ожидается, ряд штатов опротестует это распоряжение администрации.